Вот, всех привет. Водный путь, Йордан. Остановились немножко. Вот, они мешали, потому что не хотели я объяснить, что все мои долгах, вот это причинно-следственная связь. И не только то, что я не имею, чтобы возвращать кто-нибудь чего-то, нет, наоборот. Они в долг, перед меня, вот, за те 30 лет, за то, что украли здесь, за то, что мы... Магический способ меня сделали не один раз банкрутом, за то все, что у Трампа, который сейчас он Юана Стоева, Асенова, USA, конечно, вот, там могу объяснять за тот европроект. I need to explain for all the Euro projects, for the companies, for the how much she is in a debt with me. Because what I paid for her apartment all these 5 years, like ipoteka credit, like the credit, yeah, letter credit, and all that we said, we make summary about what all the time what I was doing and working for them. For no money, doing that bullshit with the European projects and stalling all that there. So I keep going, explaining how she was trying to fuck me all the time, everywhere where she see me, and when I have family, I explained it already. What she came and showed me our porno films from the last 2 years, I think, and asked me to go to be to go married for with her and have more children. And that moment she was with this rich guy, and they in 20 days they've been in the around the world in Vietnam holidays. And I said, "You're crazy, please let me." And she was keep going, calling me with my new family. It was madness, madness. So my daughter somehow, my dochka somehow, she's like Korea or Taiwan or something like that. Yeah, and they stopped my videos in the moment. Of course, she loves her mom. Normal. I can understand it. But I'm here. Я здесь. Вот. Если она хочет, знает свое место точно, как должно быть и как будет в будущем. После того, все, что она сделала, обосрала и натворила, блядь, то мы уже не разом об этом говорили, не разом от того и объясняли, какие моих линии, where my wines exactly they are, nine wines, what I need to be back, like my property, and how she needs to treat me and my daughter in the future, and not only that. I need to have my progress here. My car, they should fix it. My all the bullshit what they did in my name all around the world. So it's everything is set already. We talk about that a lot. Ну, я уже объяснил, что таких долгах у меня нету. Наоборот, мы все сделали. 10, ну три ведьмы там. А те три, пусть каждой, скажем, 10 дьяволов, 9 из этих 10 дьяволов должны прийти к меня, наоборот. И это три ведьмы, уже 27 дьяволов как-то происходит. Ну вот, это нормальная математика, 90%, да, это все. Вот, то для моих долгов, чтобы вы не имели возможность представить того, что как-то я Украина, и Украина, потому что у меня долги есть. Нет, наоборот, вы все нахуй, блядь, идите там где-нибудь другим способом обменять весь мир меня и Всевышнего. Я всего его объясню, буду, а вы это знаете. Каким-то способом это случится, и если то уже в моя голова, то потом от нее выходить будет еще легче. Если вы меня убите, то вся эта информация
на секундочку будет в космосе. И сейчас она отсюда уезжает везде, вы это понимаете абсолютно. На то ядро, которое у меня есть, на эпифизу, на третий глаз, на третье око. Вот. Как не стыдно вас везде в мире, как можете это делать. Это мировое сообщество людей миром. Что с вами происходит, блядь? Так ли вы хотите продолжать? Я уверен, что это не что это не так как-то. Вас кто-то как-то обманывает. Может быть, они то, что делают в моих роликах, каким-то образом представляют. Ну, конечно, я иду на улицу, и они начинают поставлять меня всякие такие заблуды и ситуации, чтобы потом это все продаст как-нибудь по-другому. А может быть, они таким образом и потом пользуют те сателлиты Маска и своих собственных, они потом это каким-то образом так и продают на Всевышнего, на те элиты, где-то звезды мира в Вселенную, те другие цивилизации, и сам Господь наш, и все остальное, они пытаются и его обмануть, и сателлит наш, Сатана, Санто, Луна, Яра, Господь, и все. Мы должны как-то это объяснять все время и показывать правду. Давайте, пока иду я искать опять работу, мне нужны 5 товаров, чтобы зайти в посольство в Софии. Сейчас, а потом я не знаю, сколько меня будет искать на визу. Ну, хочу это сделать быстрее, возможно, потому что лето, если надо идти пешком, вот, надо было быть лето. Давайте, вы знаете, что я все вас люблю. Надеюсь, что вы не будете такие самые предатели. Ну вот, если бы вы такие опять сказали, все, то ну, христианские женщины, вы сумеете абсолютно просто видеть, что другой выбор нет. Так много вы. А вот мусульмане, они наоборот, у них это лучше таким способом. У них уже надоело то, тех харемов и все остальное. Видно, что я ж неплохой парень, блядь. Все, давайте пока. Сказал. Ну, я это как-то раньше любил говорить все время. Ну, что я люблю любить. Так много любовь есть в моем сердце. Может быть, поэтому я все-таки каким-то образом был и окраина когда-то, да. Ну, вот так часто, конечно. Донбасс, Донецк. Ну, потому что человек, который любит, он дурак. Дурак — это глупец на болгарский. Глупец — это хлопец.